Поздравляем ветеранов наших с Днем Победы, мирного неба над головой, за то, что подарили нам долгих лет, нашим ветеранам. Огромное спасибо в честь этого дня. В честь 9 мая совместно с волонтерами Темиртауского молодежного клуба были вручены небольшие презенты. Это получается по инициативе, да, совета, ну, председатель Совета ветеранов Нина Тимофеевна, получается, были вручены двум ветеранам два телевизора. Со стороны ветеранов, которых мы поздравляли, была как бы, то есть приятно им и благодарны были при посещении.